Постановлением правления Национального банка Казахстана утверждена стратегия кибербезопасности финансового сектора Республики Казахстан на период 2018-2022 годов. Она включает в себя комплекс целей, задач, мероприятий, достижений, решений, реализация которых позволит обеспечить создание эффективно функционирующей системы кибербезопасности. Как отмечается в обзоре текущей ситуации, в связи с присутствием на рынке страны большого набора национальных международных платежных систем, существует целый ряд рисков при работе киберпространстве, которым необходимо управлять. Для регулирования деятельности платежных систем законом была предусмотрена обязанность для операторов и операционных центров платежных систем в определении мер по обеспечению информационной безопасности, а также необходимость в определении порядка действий при проведении несанкционированных платежей и по возврату денег по таким платежам.